Доброго всем времени суток, с вами Тексер. И созерцаем затылок моего персонажа в Myth of Empires, новой китайской, как назвать, наверное, не ММО, это все-таки выживалки с открытым миром. Ну, она еще из ПВП, так что не скажешь, прямо она выживалка. Ну, ладно. Кто бы она ни была. Вот у меня тут есть потолок, обладающий оборонной мощью 15, что бы это ни было. И вроде как у нас тут... Да, по единичке все повреждено, это как с тех времен. Страшный звук, двери открываются. Так, постройки не разрушаются. Ремонт. Ремонт чего, ёкарный ты бабай? Инвентарь лошади. Так, территориальный макет. Использовать титул. По умолчанию. Продано. Чё продано? Телега с ресурсами. Империя страдает от нехватки ресурсов, поэтому императорский двор использует пограничный маркер для покупки материалов за медные монеты. Выберите предметы, которые вы хотели бы продать. Вот я хочу, допустим, продать. Потерянный камень, общая стоимость, проданная. Баланс 1500, а черт его знает. Ну-ка. Такой ресурс у нас не хотят покупать. А вот такой. А вот жареную жабу хотят. Я не отдам жареную жабу, я ее сам съем. Так, что у нас еще? У меня саранча была, но я ее всю схомячил. А нет, тут саранча. Все схомячил. Мясо в маринаде. Мяса в маринаде у меня много. Почему вот оно так? Я не знаю. Вот так будет 20. А хрен там плаву. Ладно, я от сердца оторву. Купите мою жабу. Ну, я не знаю, а что, не продают. Ладно, пускай жаба пока там полежит. Может продаться. Ремонт. Так. Reset time. Показать радиус. Небольшой радиус, прямо скажем. Да, блин, маркер. Я совсем потерял. А что нужно? Редкой шкуры нету. А у меня есть редкая шкура. Эйть. Да, надо построить. Я знаю, что вы мне хотите сказать. Но нужна лестница. Да, согласен, нужна лестница. Так, а редкая шкура. Ну, я так чуть-чуть возьму. Так. И мне понравилось пробнулить таймер. Я так понимаю, полагаю, он вообще двое суток этот маркер работает. А, защищено императорским двором. Постройки не разрушаются. Хорошо. Я не починил, если что. Ну что такое? Почему не могу починить? Использую титул глава. Инвентарь лошади. Ну, что-то какая-то фигня, короче, не получается ничего хорошего с этого. Ладно. Смотрим, что нам тут задано сделать. Изучить чертеж качества, получать белье. Я не против получать белье. Давайте мы пойдем получать белье. На чем мы будем получать белье? Вот качество нужно сделать прялку и на ней получать белье. В какое место пихают белье, я не знаю, что сказать тут. Но мы... Прялку мы сейчас запилим. Так, а что я тут вышел-то? А, прялка, 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 прялка. Очень большой стал список. Так, веток надо. Как всегда, надо веток. Да, там что-то про лесозаготовки было в прошлый раз. Что я тут задал, не задал. Лесозаготовку вот там, да. Еще посадка есть. Да, посадку еще. Добавим. Вот, как-то так. А, кролики. Кролики мне пока не нужны, мясо навалом. Пойду ветки собирать. Веревки тоже бы неплохо. Но пока подождем. А наверное, ткать-то из травы придется, да? Ну, не из веревок, конечно, а из травы-то придется. Так, ладно. Он там лиса злобная сидит. Пошли фигачить. Так, сейчас... Включу непрерывную атаку.
45 веток, если я правильно помню. Запомнил, вернее. 45 веток, это не хухры-бухры. Лиса пошла отсюда. Кыш, лиса. Ладно. Не хочет, не надо. Потерянный каменный топор. Так. Прощелкал две веревки. Не знаю, на что. У меня топор, по идее, крафтится сейчас, да? Надеюсь, один. Потому что два мне вроде как не надо. Оп, один. Погнали. Лис там где-то бегает. Так, ладно, хорошо. Что у меня по веткам? 36, уже почти. У меня еще куча дерева с собой. Дерево я не знаю, куда расходовать пока. Вроде никуда не расходуются. Да, можно вот всякий забор вокруг себя ставить. Может, туда дерево, конечно, расходуется, но... Так, твердая древесина, блин. Так хорошо ресурс называется. 60. Во, нормально. Прялку мне. Пойдем поставим. И сейчас еще надо травы надергать. У меня вроде как была какая-то коса, серп, хрен его знает. Вот такая штука у меня была. Так, у меня тут ячмень низкого качества добывается тоже. Непонятная фигня. Ай. Да, горох надрал. Я пока все это собираю. Что нам пригодится, я думаю. И видите, трава у меня тут больше не растет. То есть я траву срубил. Один раз. И только потому, что у меня дом рядом. Как бывает в таких играх обычно. Респ ресурсов возле построек отключается. Ну, чтобы они там деревьями не зарастали. Что такое. О, тут рассадник оленей. Мне пока не надо. Ну что, травы надрал, да? Тут есть что? Да, две травы. Так, и горец перечный. Хорошо. Это я и сделал. Ой, олени побежали. Блиндаж какой-то стоит. Че они тут с высотой-то у всех? Странно как-то. Вон еще олени спят. А, так ночью на дворе. Только сумасшедшие игроки ходят. Так, мне нужна какая-то наклонная крыша, туда, наверное, наклонная лестница, не знаю, давайте посмотрим. Че я могу такого зафигачить-то? На лестнице под углом. Лестница под углом нет. Вот такая вот есть лестница. А это деревянная наклонная крыша, тоже хорошо. А это другая деревянная наклонная крыша. Нужен булыжник. Камень. А ты камень и булыжник это... О как, это разные вещи. Я что-то с собой таскаю, ну-ка. Инвентарь лошади. Так, инвентарь лошади на редкость лошади. Так, я могу еще один сундук сделать? Я не могу, булыганов не хватает. Как же булыжник-то выглядит тогда, если это не булыжник? Ну, тут еще вот такое странное мясо в маринаде. Оно тухлое, может быть? Но сырье. У меня вот потому что мясо в маринаде. А вот это что? Наверное, просто сырое мясо или стухшее мясо. Черт его знает. Никак не поймешь по игре. Ладно, так. Костер нафиг, вот это сюда. 8. Так, прялка. Ну, давайте уже как бы строить тут. Я нахожусь близко к враждебному вражескому игроку. Я нахожусь близко к костру, а не к вражескому игроку. Так, отлично. Производство. Белье. А, ткань. Пшеница низкого качества. О как. Ну что ж, господа, мы из пшеницы делаем. Еще из коры. А мама сшила мне коры, штаны из березовой коры. Чтобы жопа не потела, не кусали комары. Так. Ну, мы... Белье. Это ткань, это не белье. Ладно, я сделаю, да. Зачем, не знаю, но пусть будет. Ну, квест велит. Квест велит, я сделал. А я не получу, что это такое? А, понятно. Ячейка действия, которая не готова. Так, не то. Вот то. Получил.
Получать деревянный фундамент, получать деревянные стены, елки, я все это делал. А, мне засчитали, кстати. Да, я буду это увеличивать. Но деревянных фундаментов 16 штук. Что-то как-то вот на выброс, да? Деревянные доспехи. Да, давайте изучим этот вопрос. Улучшенные доспехи это должны быть. Вот они. Бронзовый доспех. Необходимый навык верстак портного. Описание. Кирасу из бронзы легко подделать. Ай, не покупайте подделки, да? Какого хрена они два раза светятся? Погодите. Повторяется описание. Ладно. Ну ок. А я тут не могу ничего делать. Вопрос. А на чем? Деревянные доспехи. Деревянные доспехи. Мастер на все руки. Мастер на все ноги. Так. Деревянное оборонительное сооружение. Опять что-то не так перевели. Деревянный доспех, это бронзовый доспех, а это какой грубый деревянный, вот. Ну давайте посмотрим, что я могу сделать. Вот там мои первые доспехи, грубые. А, вот они. Нормально. А, ветки и кора. Кору я сейчас заберу из инвентаря лошади. Отлично. Ну а за ветками пойдем. Со страшным звуком, да. Вкусную саранчу съедим. Две, пожалуй. Я в настроении съесть две вкусные саранчи. Ну, так кто-то бегает уже. Какую-то страшную палку построил. Пойдем посмотрим на страшную палку. Знаете, я вот что shift нажимаю, бег. Что не нажимаю. Скорость примерно одна и та же. Так, они, похоже, своей страшной палке поклоняются. А еще на горизонте был дом. А теперь он во что-то непонятное превратился вот там вот. Возможно, сгнил. Ну, я подойду, посмотрю, что тут такое у нас творится. Так, сгинь. Надпись. А, это кобыляка. Кобыляка кто-то построил дом по моему образцу. А это просто стена боком. Ага, понятно. И вот. Inglorious. Левел 19, Макдрак. Inglorious это бесславный Макдрак валяется тут. Гламурный довольно на вид. У него тут это что-то встало во сне. Снится, наверное, что-то приятное. Ну ладно. Возможно, лошадь снится. Хотя, смотрите, 15 уровень, да, у него, да? 19. А у меня 15, а он уже лошадь приручил. Вот бывает же. Так, ладно. И дом построил без крыши. Но я все равно не могу через стену перебраться, посмотреть, что у него в доме. К сожалению. Возможно, у него задняя стенка не достроена. А, нет, смотрите, нормальный дом. Просто он отрисовался так странно у меня в этот момент. Ну, тут, блин, домик-то неплохой. Ладно, мы свой тоже будем расширять. Топорик. И веточку добыть. Погнали. Травы, наверное, не надо. Ну, я квест намерен выполнить до конца, обучающий, потому что как без этого? Как-то надо пройтись, значит. Ну, я уже, в принципе, понимаю, что тут надо делать. Мне что-то очень интересно, что там в озере творится. Мне кажется, тут такая же белая трава растет. Вот, а вот. Чем показать-то? Курсора нет. Вот, макушку свою показываю, вот эта вот белая фигня. Мне все казалось, что там что-то плавает, но, по-моему, просто трава растет. Вот даже, которая тут растет. Просто она там по самой метелочке. Еще кора, отлично. Давайте еще вкусные саранчи по этому поводу заточим. Ну и что, у вас голод тут не помрешь. Давай еще саранчу. Давай. О, хорошая саранча удалась. Мясистая такая. В чате сегодня молчание, что-то гробовое. Все, все энтузиасты игры вчера пришли. Сегодня они уже приручили лошадей и спят, как коня продавши.
уровень активности плюс, не знаю, что это. Неоднократно выныривало. Возможно, это мне какое-то, как сказать, ну, не поощрение, а как-то отметка моих заслуг, что у меня вот я активный, а не какой-нибудь там валяющийся, с торчащим в небо копьем. Оп, а нет, она трясется, она деревянная. Я получу с нее ветка. Я буду получать ветка. Много-много ветка. И твердую древесину тоже буду получать. Так, отлично. Я думаю, уже можно крафтить доспехи. Деревянный забор. Я могу одеть на голову и деревянное колесо на ноги. Ну что, все логично. Деревянное колесо на ногах обеспечивает лучшую защиту, чем грубые деревянные поножи. Ёлки, блин, китайцы. Просто понимаете, вот написано вот изготовление деревянного колеса, деревянного забора. Я сейчас и как идиот, вот как тот тип на горе, наверное, пошел бы забор делать. Да, ладно. Итак, погнали. Деревянные доспехи, тут все с этим хорошо. Делайся. А редких шкур еще надо взять, пока она делается, побежали. Хотя погодите, может не надо? Не, надо. 18 редких шкур надо. Олени, вы в опасности. Мне нужны редкие шкуры. Эть. Дай залезу. Эть. Я помню про булыжники. Так. Шкура, идите сюда. А в чё, сундук мы положим горца, положим уголь. Горохи положим, а неведомую семку тоже положим. Испорченное мясо можно использовать в качестве яда, так давай. Это потерянное мясо в маринаде. И оно, по-моему, стухлое мясо в маринаде. Я не рискну это есть, нет. Так. Так, давайте. Будем одеваться. Оп. Знаете, не намного краше. Я, кстати, могу что сделать? Выбросить могу. Идется. Так. Колеса. И деревянный забор. Да, блин, запустись ты. Колеса. Так, пойду пока булганов добуду, пока это крафтится. Потом забор на голову, колеса на ноги. И ничего нам не страшно. Вот странно, да? Чем вызван такой перевод, я не понимаю. Ну, вроде, а что такого-то перевести нормально? Мне кажется, с китайского Google не сильно переводится. Интересно, вот английская версия такая же упоротая? Или все-таки там получше? А если перевели на английский, почему нельзя перевести на русский? Повышение уровня. А, отлично, ты уже 16. Оп. Не посмотрю, какими там очки дали, но это определенно дали. Так, два деревянных фундамента, это та фигня на опорах. Но я дом все равно в глину буду переделывать, вот зачем бы оно мне, а? А придется, давайте вот такую сделаю деревянную наклонную крышу. Так, и я что тут, вот деревянные колеса. Деревянное колесо, обуй. Опа. Да блин, такой же говнище, как то, что было. Выбросить поганые опорки. Приличный, кстати, да, у японцев самурая, а у китайцев-то кто? Ну, в общем, приличный китаец в этом ходить не будет. Солдатская одежда, слушайте, интересно. Верстак портного и понеслась платформа осадного орудия. Вы можете наложить на него простое оружие, боеприпас для оружия дальнего боя. Конечно, наложить-то могу, а что будет из этого? Пустой кошель, в который можно положить медные монеты, здорово. Строительство из глины, скамейка архитектора, ну, это еще более-менее. Рыбная ловля, гарпун, а, я, кстати, давно могу делать. Плавильная печь. Ну, тоже такое. Костяные инструменты. О, у меня костяшки-то были. То есть тут еще можно поупарываться в это дело. Управление строением. Тут что интересное есть? Деревянное брательное сооружение. У нас ПВЕ нам не надо. Деревянная кровать. Можете оживить здесь, если вы мертвые. Я могу оживить и... Вот тут. А, только сами, через несколько раз он сломается. То есть кровать долгоиграющая. Это что такое? Висящий факел. Ну, да. Освещение хорошо. Оружие.
Давайте я уже вот в лук ударюсь, нормальный, и в меч. Возможно, мне это скажут делать, но пока не говорят, а я пока... Ага, уровнем не вышел. Хорошо. Задание. Задание понятно. Гильдия. Ну, гильдия тоже понятно. Где эта фиготень-то? Вот, навыки. Один есть. Одноручный. Левел 4. Ну, давай, одноручный. Я хочу одноручный. Я буду в одноручный вкладываться. Уровень мастерства. Угу. Подчиненные задания гильдия. Военное искусство. Жестокость. Восстанавливающее убийство. Ух! Но искусство провокации. Искусство совершенствования. Я пока, ну, ничего не могу. Тут у меня никаких очков нету. Достижения. Изменить титул. Использовать титул. У меня нет титула. Лук, новичок, ветки. Это навыки. Крестовый поход. Это у китайцев крестовый поход. Самодостаточность. А титула нет? Ну ладно, животная ярость. Выживание. Повышение уровня. Ну, оно не юзается. Оно не юзается, а просто... Это просто именно вот... Ну, ачивки. Ачивки. Легендарный навык. Это типа ачивки. События. Окружная битва не началась. Прекрасно. Простолюдин. Я тут. Барон. Надо изучить. Повышение. Тадым. Я барон. Опа, расход медных монет. На что? Не знаю. Верховный барон. Авторитета мало. Ну ладно, я барон. А титул у меня теперь есть? А титул? Нет. Я барон, но титула у меня нет. Хорошо. Это знать, это территория. Ну, где я обитаю, да. Ой. Ладно. События неизвестно, враждебность. Да. Почта. Список рангов. На первом месте у нас Ипслор какой-то. Окружной Хукоу. Ну, я не знаю, надо ли оскорбиться, если тебя назовут окружным Хукоу. А я на 117 месте. У меня уровень активности. А, вот он уровень активности, да? Ну, прекрасно. Атлетизм. Ну, ладно. Вот как-то так оно. О, кто-то Кенши еще играет, надо же. Люди в это играют. Так, я главный убор сделал, да. Выбросить. Ты кто? А, это моя лестница будущая. Пошли посмотрим. Так, сранчу. Я думаю, можно еще одну. Так, получить награду, конечно, да. Чертеж деревянной баррикады и получить деревянную кровать. Это на самом деле хорошо. Вот это толково, это мне нужно. 8. Не все так просто. Крыша может быть только... То есть я могу здание наверху сделать шире, чем внизу. Забавно. Ладно. Так. Крыша, полукрыша, четверть крыша и... Не до крыши, я понял. Как мне решить проблему вот с этой? Просто всегда во всех арках всегда делали лестницу из крыши. Металлодверь надо вот тут где-то делать. Ладно, неважно. Так, что у меня теперь? Чертеж деревянной баррикады, давайте. Чертеж деревянная баррикада. Берем. Тут у нас факел, хочу. Комод, шкаф, прочный деревянный сундук. Ну-ка, я полностью поддерживаю. Надо скрафтить. Сундук-то не буду крафтить, буду крафтить комод. Деревянный фундамент. По-моему, они про этот, но он выше. Он выше, и он мне не так нужен. Так, травяной пластырь. Хорошая штука, кстати, лечиться. Древесный ясень надо. Дорого, изредки шкурта. Ладно, деревянная кровать берем. Комод берем. На факел медная руда 4. Ну, спасибо. И где я найду медную руду? Видать, скоро мне придется идти на поиски. Так, деревянная лестница. Давайте. В любом случае, мне нужна деревянная лестница, и вот эти хреновины тоже мне нужны.
А сколько могу больше изготовить? Одну я могу изготовить. Хорошо, готовь. Так. Кровать. Камон. Стены я изготовлю без проблем. Так. Мой мешок. Мой мешок. Пум. Не мой мешок. А, нет, квадрат потолок не надо уничтожить. Надо мешок уничтожить. Уничтожить мешок. Пум. Прекрасно. Какие-то обломки лежат, да? Ну, вроде как. Видимо, просто пока не выкинул. Так. А вот моя... Слушай, знаете, кровать, по-моему, была... Ой, кровать. Мешок, по-моему, был гораздо уютнее. Так. Использую титул. Кровать-советник. А, по титулу, то есть не все могут кровать. Моя кровать. Так. Что еще хорошего у нее? Ну, телепорт, понятное дело. Угу. Как всегда, телепортируешься в никуда с голой задницей, если я правильно понимаю, как это работает. Так. Инвентарь лошади. Вообще-то производство у меня только ткань. Грубая ткань, а из нее я больше ничего не могу сделать. И пшеница, вот у меня пшеница лежит, но ее мало, опять-таки. Ой-ой-ой. Так, комод. Ну, комод прям тут рядом я поставлю. Он такой, блин, под потолок комод, конечно. И посмотрим, что в комоде. Комод большой. У него большой плюс, он большой. Я туда положу гипс. Ну, постройки, ладно, туда. Туда, 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 туда. Вообще туда, это туда. Как-то вот, 41 твердое древесина. Но я буду знать, что оно у меня там лежит. О, булыжников много, это хорошо. Так, лестница. Пойдем смотреть лестницу. Не очень, как бы. Не очень. Серьезно, неужели я тут ничего не могу сделать с этим? Так, ну лестница у меня тут будет для лазания на чердак. Да. Вот так. И там я буду делать стены. Ок. Так, это еще момент. Может, с фундамента можно как-то сделать? Я не знаю. Из деревянного потолка точно нельзя. А вот с фундамента, может быть, и получится. Так. А не то. Давайте еще одно окно. Пум. Чтобы комары не кусали. У меня, может, комары будут кусать, я не хочу. Ночью. Пойдем смотреть. Так, тут фундамент. Есть ли варианты у фундамента? Вот у этого, может, кстати, и есть. Ветки нужны. Блин, вечно нужны ветки. Так. Ну, авангардно выглядит. Я еще два варианта. Вот этот авангард меня устраивает. Запрыгнул и вошел. Смотрите, новенький, он черный. Это пока его можно забрать, он такой. Так, хорошо. Я могу еще себе скрафтить окошко. Больше не могу, но сейчас оно скрафтится. У меня еще не все окна тут. Дымит собак. Мне вот интересно насчет меди. Да, трава там. Меня заинтриговала медь 4 уровня. Ну ок. Так, награду. Получить кость после охоты на животных. У меня есть кость. Уровень активности плюс. Как мы уже поняли, это имеет какое-то отношение. О, вот так вот надо ходить. Да, все, нормально. У меня есть кость. После охоты на животных. Я тут клал, по-моему. Вот она. Кость. А, ладно, хорошо. Используйте вращающееся колесо, чтобы получить опыт. Используйте вращающееся колесо, чтобы получить мастерство навыка. Вот это я не понял как.
Вращающееся колесо? Чтобы получить опыт. Каменный молот. Каменный серп. Так. Вращающееся колесо. Не знаю, что они имеют в виду. Это чертежи. Кстати, очков чертежей у меня реально до хрена. Ладно. Охота на животных. Животные. Ну там олени ходят. Поближе ничего нету. Тут просто стадо оленей спало. Когда было не нужно. Теперь нужно, вот и все, и нет никого. Сейчас будут лис меня за задницу кусать. Ну ладно, пошли туда, там по крайней мере что-то было. Так, в луке у меня 3 стрелы. Фигня. Так. Стрелу взял, стало 2. Ну ладно. Я что еще Вильгельм Тель? Я же напромахиваюсь. Потом предпочел бы зайчика. Зайчики были, когда я зашел, но они быстро поняли, что свое место в пищевой цепочке. Он что-то бегает. А, зайчик. А я-то не уверен, что из него кость выпадет. Вот что. С другой стороны, это же зайчик-то не медуза. Опа. Да, здорово. Так, а у меня тут есть охотничий нож некий. Ну чё? А, редкая шкура и сырое мясо. Ну и булыган. А стрел у меня как бы и нету. Сколько могу? Изготовить больше. Могу изготовить 2. Опять нет чертовых веток. Но это поправимо, кстати. Сейчас приготовлю так сранчу. И я вяленое мясо, маринованное мясо, очень, короче, не туда его положил. Так, это исчезнет отсюда. Веток я сейчас рубану и пойду на оленя охотиться, в конце концов. Кабан лежит. Даже не кабан, кабан, он вепрь. Он суровый вепрь. Я пока у него ветки порублю. Вообще кабаны, ребята, неприятные. Раз уж мне лисы люлей выдали. Уж кабан-то точно мне не друг. Так. Так что я, пожалуй, на лени пойду охотиться. А, я получил кость после охоты. Видимо, заяц был костлявый, видимо. Так, давайте X нажму. Получу награду. Чертеж, простая повязка, изготовление повязки. Это, видимо, лечиться. Как бы там непростая припарка это. Хотя мне стало заготовить. Следующая заготовка ученик. Ну ладно. Давай, давай. О, так. Ну и давай теперь изготовить больше. А что нам не хватает? Веревок нам не хватает. Ну хорошо. Веревки. Так. Тогда лук убираем. Мне пока не надо, получается. Убираем, я сказал. Весь обвешан такими мешочками. Так, чертеж, простая повязка. Чистая повязка. Короче, какая-то повязка. Грубый пластырь. Это не то. Шитье, не скоро. Скамейка архитектора, тоже забавно. Медный слиток. Плавка летет. Уже скоро будет. Так. Это постройки. Это оружие. Это я просто не открыл, да. Хорошо. Я не буду открывать, что самое интересное. Так, тут доспехи, тут без вариантов. Осадный солдат. Хрен его знает. Вино. Вы можете использовать веревку, чтобы привязать воинов ниже 40 уровня к стойке пыток. А, я даже не хочу знать, что это такое. Пытка. Простой дубин. Тут рабы, наверное, есть, да, как в Конане. Нежный сухой корм. Грубые поводья. Выбирай, нежный сухой корм тебе или грубые поводья.
конские доспехи, седло, базовая таблетка опыта скакуна, обычный грубый корм. Там нежный корм есть. Так, еда и лекарства для животных? Так это не для меня? Погодите, а для меня? Не, погоди, а еда-то для меня? Зоркий глаз. Травяной пластырь. Это у меня открыто. А, вот простая пластырь. Опа. Разблокировано. Еще делается. Из тряпочки угля 0 из 14 и желтых цветочков. 12 угля, ну, чтобы повязку зафигачить. Да вы издеваетесь. Ну, пойдем. Вращающееся колесо. Вот с вращающимся колесом я не понял. Какая-то шляпа с вращающимся колесом. Вращающее колесо это, блин, не оно. Ну, короче, тут у меня нет ничего с инвентарем под рукой, но это вот, вот выбор, да? А с чего я опыт получу? Мастерство навыка. А давайте подробности посмотрим. Соберите глины у реки. Ну, неплохо. Дополнительное. Расширяйте свою родину. Ну, я да. Полировку доспехов. Угу. Все. Прялку. Это прялка, вращающееся колесо. Ох, хорошо. То есть мне надо на прялке получать опыт. Вот что. Будем знать. Так, у меня две тряпочки там есть. Насчет угля не знаю, единственное. Да, и домик я пока выше не построил. Так, где у меня уголь? Где-то же был. Тут? Не тут. Тут? Тут. Так, уголь. Камень. Обменялись. То есть мне нужно до хрена дерево сжечь, чтобы получить... Так. А, белье. Ну, белье понятно. Белье лежит, а тут, наверное, тоже. Я куда тряпочку положил. Мистика. Отсортировал. Так, а где тряпочка-то? Я же её клал в карман, ёлки. Я на что-то извёл её, что ли? Или у меня там тряпочка лежит? Да нет, забрал. Ну, я или что-то скрафтил из тряпочки? Ты кто? Срок аукциона истек. Быстро подбор. А, понял, не надо. Аукцион. Хе-хе. Аукцион. Мобы, что ли, там разыгрывают мою одежду? Вот. Тут есть что? Тут нет ничего. Тут деревяхи, тут нет тряпочки. Но тут тоже нет тряпочки. О, пшеница низкого качества. Идите вы нафиг, я сам тряпочку сейчас сошью. И White Flower, иди сюда, да, все. Я себе сделаю еще тряпочку, получу опыта. Возможно, в крафте на что-то ушла. Хрен его знает. Так, иди туда. Чуть еще надо. Кора туда. Так, давай сделаем сколько-то. Ну, штук 6 нормально, да. Давай. Получу опыт. И все такое. Раз тряпочка. Так, вроде там две тряпочки у меня на повязке. Ну, чтобы прялка пускай фигачит. А я пока гарпун следовательно будет сделать. Факел. Медная руда, да, я понял. Хм-хм. 14 угля надо. Ну, вот это пипец. Я, возможно, неправильно поступлю. Но я спалю твердую древесину в костре. Ну, что удерживаете-то? Блин, это дерево, это не то. О, инвентарь лошади. Блин, в раз я так сделал, инвентарь лошади. Ай, ладно, так, иди туда.
Ну и мяску тоже зафигачу. Чего бы нет? Опа! Одаренный воин. Одаренный воин не жарит так мясо. Одаренный воин жарит мясо вот так. Ну, в общем, пожарить нечего. Саранчи у меня больше нет. Да, заберем мяску. Пускай горит. Я надеюсь, угля у меня будет много. Так. А тут работает без меня? Вполне. Тоже прекрасно. Так, а могу ли я сделать меч? А не могу я сделать меч. Возможно, для этого нужен какой-то верстак. Я могу сделать деревянные грабли. Угу. Здорово. Так, я могу сделать стрел. Пошел. Вот еще травяной пластырь. Я так понимаю, не для меня, не знаю. Но для него нужен уголь тоже. Уголь, то есть, нужен просто в конском количестве. Инвентарь лошади. О, еще есть, хорошо. А угли у вас будут? Инвентарь лошади. Ну, короче, пусть горит. Когда-нибудь там будет уголь. А, кровать у меня есть. Ну что ж, давайте на этом пока закончим. Постепенно обживаемся, да. А на этом все. Жмите, пишите. До новых встреч.